Естественнее можно. Естественное. Не позируем особо. Меня не замечаем. Камеры нету. На память. Давай. Так вот. Что-то не пойму. Он там на тебя не орёт. Быстрее, вставай, ложись. Вот это он. Да-да. Куда мы смотрим с вами, да? А смотрим с вами на море, на скалы, природа. Хоть и пасмурно сегодня, но какая красота. Цвет воды, не знаю, камера передаст, нет? Нет, наверное. Сфокусировать, если. Все равно, наверное, все не передается. Все, Жень, хорошо? Неплохо. Безопасный отдых. Ну вы на меня идите, но я все вас сейчас тут сделаю. Вам красивое видео на фоне струньян. Да. Не обязательно, я вас просто, да, музыку вставлю, и будет все красиво. Устал. Ну как подъемчик? Ой, легкие дуреют. Легкие дуреют. Женя, ты где? Ну что, Жень, еще не раздеваешься даже?
Не жарко? Мне даже не жарко. Ничего себе. Вот так вот. Первая дегустация устрицы у Светланы. Ну что, Светлана? Прощай, здоровье. И давай. Или наоборот, белком наполнится. Надо долго жевать. Сейчас там что-то. Ну, хрустит что-то. Долго не жуется. На зубах хрустит. С лимоном есть можно, скажу так. Непонятно. Да. Такой, ну, чисто морской вкус. Угу. Море. Море, море. Еще пробовать будем? Давай. Быстро. Дубль 2. Дубль 2, да. Сейчас сфокусирую. Ага. А что у меня слюна? Ну как? Уже второй раз. Ну, надо долго сказали. В Черногории бы уже отдали бы за это. Уже 3 евро. Нет, я по 2 на 1 ложу. Да, 6 евро. Да, 6 евро. Надо лучше быстро жевать. Да. Долго жевать, скажу честно. Короче, уже непонятно, да, еще? Да, что так. Ну, ладно. Ну, конкретно рыбы, как будто ну, вторую рыбу. Ага, ну стоило попробовать, конечно, в своей жизни. Конечно, конечно. Да. Прямо сказать, кто ел устрицы? Устрицы ела я. Да. Показываю видео, где вы находитесь, где вы сидите, что вы видите. Слева Хорватия. Какой Пиран? Это все Порторош. Да, там дальше Пиран, а это все Порторош. Катер. Если вы видели дождевых червей, посмотрите еще раз, какие они огромные. Могут вырастать. Это вот у меня обычный дождевой зонтик, да? Вот моя рука. Вот какой червяк вымахал. Сейчас будем его спасать.